Пеппер очень давно на железнодорожной станции Смихов работал начальник, важный железнодорожный функционер. Его никто не нравился. Ни коллеги-железнодорожники, ни паровозы, ни стрелочные посты. И это все из-за его крайней жестокости, строгости и высокомерия. Да, ему не нравился ни один локомотив. Он всегда говорил, что они слабые и медленны. Треть. Маленькие локомотивы были этим огорчены. Но что могли они поделать, если были недовольны? Железнодорожный начальник руководил станцией и мог уволить каждого из них и причинить вред. Четыре. В один прекрасный день высокомерный начальник постановил, что у него появится такой паровоз, какой еще никто в мире не видел. Тогда он созвал всех машинистов и сказал, что хочет, чтобы они сказали ему, кто может построить такой локомотив. И если они ему не скажут, то он запретит движение всех локомотивов и отправит всех железнодорожников домой. Шестой. Железнодорожники выслушали его речь и огорчились, потому что никто не знал, кто может построить такой локомотив. В тот момент они вспомнили о старейшине мистере Блохож из котельной, который, несомненно, был самым возрастным и мудрым среди присутствующих. И что сказал мистер Блохож? Такое изобретение может быть создано исключительно волшебником, но всем известно о рисках обращения к чародею, верно? Все же согласились, что чародей ничуть не хуже, чем главный поездовед. Главный железнодорожник сидел в своем кабинете с мрачным видом, и когда мистер Блохож вошел и поздоровался, тот даже не поблагодарил и не предложил ему сесть. Мудрый старик Блохож не растерялся и произнес: «Понимаю, есть кто-то, кто сможет собрать такую механизацию, как вы планируете». Только теперь главный железнодорожник обратился к Блохожу и строго сказал: «Ну, говорите!» Чтобы сотворить подобный паровоз, потребуется уникальное умение колдуна по имени Забаба. Что мне за польза знать, что красивый паровоз построит Забаба, если я не знаю, как его найти? Дорога к ведуну Забабе ведет прямо от нашей станции. Но главный железнодорожник разозлился и сказал: «Я ничего об этом не знаю, ведь я знаю все, что происходит на нашей станции. Если вы мне не верите, я не буду вам ничего рассказывать», — ответил мистер Блохож и ушел. Однако главный железнодорожник очень хотел свою великую машину и побежал за ним. «Итак, хорошо, я покажу вам что-то. На 17-м пути есть очень старая стрелка, с тех пор, как я работаю на станции, и это уже долгое время. Никто ее еще не переводил и никто не помнит. Куда ведет такая ветка, которая от нее отходит? Но я знаю, что путь ведет прямо на завод. Чародея за девушку. Однако можно ехать по ней только в момент, когда луна в полнолунии и когда известно волшебное слово, чтобы переключить стрелку. Главный железнодорожник внимательно слушал и просил повторить заклинание много раз, чтобы не забыть его. Однако главному железнодорожнику пришлось ждать еще 7 ночей и 7 дней, пока не наступит полнолуние. И нам приходится просто ожидать вместе с ним.